Наше пространство стало одной из площадок для фестиваля современной документальной фотографии «Контрольные отпечатки». В нашей мастерской представлено два персональных проекта Вилли Равилова и Александра Лизратова. Их серии показывают внутреннюю жизнь театра «Старый дом» и были выполнены на офлайн-практике там же. Данное сотрудничество и размещение фестивальных работ в нашей мастерской для нас первично и очень интересно. И мы надеемся, что в дальнейшем будем размещать здесь мини-выставки и формат «Выставка одной картины».